be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Hey now, honey, I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Why? No money, but I'll work it out with my charm. Having a good time and doing no harm. It's gonna be all right. Но она потом вроде станет нормальной. Я надеюсь, мы это не самостоятельно будем делать. У вас попробовать расшифровать эти тексты. Это буква В. Я знаю. Я уже расшифровала текст. Ну, я предполагаю, что это за слово первое. В общем, я наконец-то с вами поздороваюсь. У меня уже закончилось занятие в школе, и я пришла домой. Сегодня у меня еще будет художка. Вот. В общем, я наконец-то пришла домой. Мы с мамой приехали, и сейчас, я думаю, мы покушаем, потому что я хочу есть. И еще мне пришли кроссовки. У меня были примерно такие же, только с розовыми вставочками. Вот. Обычные кроссовки Фила. Я думаю, то, что я сейчас поем, и дальше уже пойду делать уроки на завтра, потому что завтра суббота, но мы пойдем в школу из-за того, что у нас будет понедельник и вторник выходной. А в субботу мне нужно будет сделать только... На субботу мне нужно будет сделать только историю, потому что у меня будет по ней проверочная, а по остальным предметам у меня нет домашнего задания. Поэтому это плюс. Вот. Ну и сделать остальное домашнее задание, плюс у меня сегодня будет художка. На обед у меня сегодня рис получился. В общем, время сейчас где-то 15:40, 15:43, и сейчас я буду начинать делать уроки. В художку, я думаю, то, что мы пойдем где-то в 5:30. Ну, а пока я буду писать термины по истории. Вот, у нас задание по истории, и нам нужно знать все вот эти вот термины, смотреть. Вот все вот эти вот термины, нам нужно еще записать их значение, потому что нам их, естественно, не написали. Ну и как бы вот это вот все нужно знать. В общем, я уже оделась, собралась, и мы сейчас поедем в художку. Хотя фиг его знает. Переходы. Не-не, надо еще супер монтаж вот этот. Пальчики тыкнули. Давай,
На вперёд, сюда. Куда? Beautiful съёмка. Я же город какой-то показываю. И вот так, вот так. Она вырубилась. Ничего страшного, это она не вырубилась. Просто экран потух. Так и есть. Всем еще раз привет. Я уже... Ой, чуть не упала. Я уже сегодня за сегодня замученная такая, потому что я очень устала. Но я сейчас все это время, пока не выходила вам сюда, я делала историю. Мне нужно было готовиться к проверочной работе. Нужно было выписать всякие термины, их выучить и так далее. Вот, я это сделала и сейчас продолжаю делать. Я думаю, то, что пока что мне хватит. Возможно, я еще буду повторять в школе. И плюс я, возможно, повторю еще утром. Я думаю, у меня будет на это время. Поэтому сейчас я... У меня уже просто закрываются глаза. Время, по-моему, 10:30, поэтому я уже буду собираться спать. На самом деле, перед сном я обычно ничем таким прям супер-пупер не умываюсь. У меня есть только мицеллярная вода для того, чтобы смыть какой-то мой макияж. И все. Иногда я еще пользуюсь пенкой, но это бывает не очень часто, примерно где-то 2 раза в неделю, я думаю. И я это делаю чаще всего по выходным, потому что в будние дни, ну, откровенно говоря, мне лень это все делать. Поэтому я просто смываю имеющуюся какую-то косметику, и на этом как бы мои полномочия все. Суперские переходы, да, монтаж умеем. В общем, я уже переоделась в обычную какую-то свою пижаму, и сейчас я уже буду ложиться спать, поэтому всем спокойной ночи и пока-пока, до следующего видео.